Что, ребятки, всем привет! Вы на канале LDStroy Story. Это моя смена без тормозов. Вызвали мне почистить снежочек. Снега просто тьма. Чувачок, видимо, не сможет уложиться в ту сумму, которая у нас обычная, потому что я вот на одном месте уже минут 15 стою. Здесь вот буквально вот 20 метров чищу только. Нагребается просто максимально много снега. А если поверху брать его, то, ну, как бы получается, что вообще маленький слой снимаю. И через там буквально пару дней машина поездит по нему, и опять будет каша. Поэтому лучше, скорее всего, снять максимальный слой до асфальта. То есть до асфальтной крошки. Здесь не асфальт, а асфальтная крошка. Еще как бы в этом есть большой минус. Потому что сказали асфальтную крошку как бы не повредить. Ну, то есть я не могу ее сдирать. То есть еще надо как-то изловчиться и ковш держать не слишком изогнутым, чтобы он не драл асфальтную крошку. Короче, что, выключаю скорость. Обычно ковш, если назад еду, приопускаю и, в принципе, так торможу. Езжу на второй. Грибу тоже на второй. Короче, весело. А еще мне позвонил чувачок и сказал, что ему тоже нужно почистить. Здесь вот 35 километров, е-мое. И я еще поеду туда. Не знаю, как это у меня получится. Сальник течет от того, что он перегрелся, получается. И как бы немножечко мне стремновато на самом деле ехать сейчас далеко. Посмотрим. Сейчас буду смотреть, как там будет течь. Сильно, не сильно. Сейчас все машины здесь с боков позаваливаю. Потому что глыбы собираются очень большие. Прям максимально большие. Вон они такие вот. Хоп-хоп. Даже приходится на третью подрубать, потому что уже слишком далеко я вожу этот снег. И как бы на второй очень медленно. Но, конечно, без тормозов дискомфортненько. Скользко, подо мной лед. Да хоть с тормозами можно бочком немножечко поставить экскаватор и так затормозить. А без тормозов, конечно, блин, не очень. Что-то я уже пипец. Перерабатываю, короче, то, что договаривались. Как обычно, всем же кажется, что я как бы, ну, что-то какую-то фигню говорю. И ничего не понимаю. Просто мокрый снег, максимально мокрый. Утрамбовали, не вызвали, не, ну, не дождались меня в предыдущий раз. Вызвали обычного МТЗ-шку, ну, с обычным отвалом. На бок, короче, они чистили. Она, естественно, проехалась, все утрамбовала, и теперь этот слой как бы, ну, вернее, тогда он замерз, теперь он тает. Получается, что если сверху вести ковшечек, то, в принципе, не так уж много и снега, но, блин, как только загибаешь ковш, все, бебец, начинают такие горы перед тобой появляться. Это жесть. Поэтому, я так понимаю, я еще час здесь перерабатываю точно. И потом мчу домой. Быстро обедаю, заправляюсь и еду дальше чистить другое место снег. Как-то так. Потому что что-то сегодня много кто звонит. Потому что у всех проблема сейчас. Все машины не ездят. Моноприводные это точно. Только полноприводные, и то как бы проваливаются. Потому что снег сейчас тает, а то, что они начистили там ранее, все же чистят косыми этими ковшами.
всех нет денег, все нанимают их, а потом как бы вот мы обычным ковшом все сдираем. Как-то так получается у нас. Только сейчас заметил, жесткий здесь заборчик. Не перепрыгнешь через такой. Все, пипец, я здесь вообще не знаю, куда сыпать. Реально. Здесь уже со всех сторон получается нет места. Да, и надпись у них на калитке тоже миленькая. Ну что, сейчас вывожу я со двора снежочек. И вроде бы как все здесь. Больше они продлевать не будут. И вроде как поедем дальше. А может быть домой. Закончил. Мчу домой. Отработал. Я на самом деле сбился. Я там просто еще двор один чистил. Там 3000 рублей взял. Мне их сразу отдали. И 14 мы договорились. Ну, вроде как 5 часов я точно работал. Как-то так. Сейчас еду дальше. Не знаю, поеду ли я работать сегодня или уже завтра с утра тогда помчим. Надо еще определиться, подумать. Потому что времени уже 3 часа дня. Очистить мне на другом объекте прилично. Я думаю, часа 4. Может быть, даже и 5. Плюс еще дорога у меня час минимум занимает. Потому что ну, дорога не очень хорошего качества. И плюс еще без тормозов. И как бы особо не разгоняешь. Короче, сейчас еду домой, там посмотрю, сколько по времени, пообедаю, я кушать хочу вообще пипец. Заправлюсь и подумаю. Ну, наверное, сегодня поеду. Просто сегодня допоздна поработаю. Там тоже меня 18 минимум ждет. И получился бы день, конечно, вообще великолепный. По заработку. Ну, а там посмотрим. Так, что у меня, канисточка? Топливо было. Сейчас отожмемся, проверим. Ступичные на всякий случай. Мало ли. Воняет, конечно, пипец. Сальник подсыкивает немножечко. Так что скоро нам предстоит опять разбор. Черт возьми. 6. У нас тут все поплыло. Ехать невозможно. Где я ехал раньше 10 минут, еду теперь 20. Потому что, ну, не разогнаться вообще. Жесть полная. Дороги не чистят, поэтому там, где помягче, спросело, потом разбили машинами. Короче, вообще просто ехать невозможно. Время 4. Что-то чувствую, я сегодня очень поздно приеду домой. Но меня там ждут, так что еду. Зато трасса асфальт. Челюсть открываю, потому что, чтобы не закидывало гидроцилиндры. Сейчас водой, с песком, со всеми этими пирогами. Поэтому езжу так. Пипец тут горочка. Ребятки, на камеру не видно. Вот я на полном приводе еду. И как бы буксую. Реально. Весело здесь будет без тормозов-то. Хотя я все буду с горки тянуть вниз, скорее всего. Хотя внизу очень мало места, куда можно будет деть этот весь снег, к сожалению. Вот. И в идеале наверх, но наверх я точно не осилю. Вот 100%. Нет ничего хуже этого мокрого снега. В некоторых местах прям реально не пропить. То есть я разгоняюсь. Оп-оп-оп-оп-оп. Если вверх ковш не поднимаю, ну только, то есть когда я увидел, что он уже зачерпнулся, грубо говоря, то все, вебес, упираюсь и стою на месте, буксую. Так что приходится прям по чуть-чуть.
максимально снимать и перевозить. Стараюсь сейчас подальше кидать, потому что чувствую, если еще, ну, март у нас обычно тоже бывает с сюрпризами, со снегопадами, поэтому нам еще месяц. Если я за месяц еще есть раз 5 приеду, тут реально придется уже только самосвалами вывозить. Так что, ну, придется самосвалами, значит, организуем самосвалы. Ничего себе, какой-то винт, мотор от Санкт-Петербурга, что ли. Прикол. Что здесь только нету. Там шашлыки какие-то стоят еще. Ой, я уже устал тут. Снега просто тьма. Сейчас под горку пойду уже. Надеюсь, будет полегче. Так, тут приходится придумывать всякие карманы. Потому что снег уже реально некуда девать. Вообще. Стаскивает собака. Здесь газ, там электричество. Короче, не разгуляешься здесь. Я не знаю, куда я буду девать это все количество снега. Его здесь просто вообще просто жесть. Здесь, ну, горка это, здесь везде узко. Некуда его девать. То есть, либо тащить к трассе, аж, блин, это где-то метров, наверное, 200. Я здесь замучаюсь ездить. Да. Ладно, попробую здесь пробить куда-нибудь. Тормозить так, конечно, круто. Вот я. Ковш высыпал и дорогу засыпал. Теперь это надо куда-то съесть дальше. Да, 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 придется до самого конца. Буду не шпарить. По-другому никак. Короче, некуда мне скидывать снег. Буду тогда с пустым ковшом подниматься, разворачиваться и все вниз тянуть это. Без долго будет, конечно. То есть здесь было местечко у меня, но оно забито полностью. Здесь тоже было местечко, но тоже забито полностью. Плюс еще мне неудобно, у меня же нет тормозов. Назад как бы на горке двигаться вообще пипец. Фигня полная. Так что как-то так. Развлекаемся, развлекаемся. Немножечко тут подрастолкал. Нашел себе местечко и вожу здесь по горочке. Все отлично. Немножечко сейчас ускорится процесс, но здесь ненадолго. И вперед не толкнуть, потому что заднюю часть экскаватора погрузчика сносит и ставит боком, а боком как бы очень плохо потом выезжать.
Так что стараюсь сейчас максимально здесь гребсти, расширить хотя бы центр. Сейчас еще на склоне, на прям очень сильном. Экскаватор не очень хочет останавливаться. А так не проблема. Без тормозов не проблема. Даже на горе можно работать. Даже в горочку уже начал толкать. Нормально, я горку прям до асфальта почистил. Практически. Кайф. Смена заканчивается. Еще 20 минут у меня. Не знаю, будут они проплевать, не будут. Посмотрим. Ну что, я в каком-то тут дворе. Меня позвали на часик. Там я закончил. Сейчас здесь этот часик отрабатываю. И уже мчу домой. Ну что, ребят, я закончил. В этом дворе, конечно, это жесть какая-то. Ну реально, я практически ничего не сделал, там тротуарная плитка, причем она уже как бы такая немножечко местами, видимо, ее подняло, я в нее стучусь ковшом. Я вышел, сказал, что я сейчас вам плитку попорчу. Не-не, все нормально, они так посмотрели, в темноте типа что-то увидели. Все хорошо, давай дальше. Блин. Елозил. Такая хрень получилась. Мне даже стыдно было брать 3000 рублей реально за эту хрень. Я отработал у них 40 минут. Взял, короче, 2. 18 мне заплатили за, ну, типа, за смену. Ну и сколько? 14, и 3, и 17 я еще с утра делал, грубо говоря. Неплохо сегодня поработал. Сейчас вот еще на выезд пройдусь разочек, и будет вообще кайфец. Заказчик должен быть доволен, я думаю. Сейчас плюс на улице. Прям то, что я подснял уже, даже немножечко таять начинает. И получается, еще раз нужно проходить, чтобы было, ну, опять чисто, грубо говоря. Но время закончилось. Перерабатывать я не хочу. 6 часов я, получается, отработал. И час, ну, 40 минут, нет, час. Час я еду туда, и час я еду обратно. То есть я реально отрабатываю свои 8 часов. То есть, в принципе, мне даже не особо как бы и выгодно сегодня было. Я обычно здесь 3 часа трачу на чистку. Но сегодня из-за таких условий потратил практически 6. Охренеть. В 2 раза больше. Ну, ладно. В принципе, общий заработок за день замечательный. Потратил я где-то, потрачу где-то в районе 80 литров приблизительно. Короче, 8 литров в час у меня получилось в среднем. Может быть, там даже 7 я уложился, но сомневаюсь. Так как у меня датчик не особо-то работает, я чисто так по канистрам могу вам сказать. Ну а что вы думаете, пишите в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока, всем добра.